Друзья, всем привет! Сегодня у нас вкусная, быстрая еда на сковороде. В Турции обычно готовят на завтрак. Берем картошку, нарезаем на небольшие кубики. Чем меньше кусочки, тем быстрее приготовится. Включаем плиту, делаем огонь чуть меньше среднего, наливаем в сковороду растительное масло и немного сливочного масла. Картошку будем обжаривать до готовности, периодически вот так будем перемешивать. Чтобы быстрее приготовилось, я накрываю крышкой. Берем сосиски или колбасу, все, что есть в холодильнике, нарезаем на кружочки или на кубики, как вам больше нравится. В яйца добавляем соль, перец красный и черный и взбалтываем. Заливка у нас готова. Немного соли. И продолжаем жарить до готовности. Картошка почти готова. Добавляем сосиски и продолжаем обжаривать еще пару минут. Убавляем огонь. Сверху вливаем яичную смесь. Затем посыпаем сыром, сыр, который хорошо плавится. Накрываем крышкой и готовим до готовности, приблизительно 7-10 минут. Так, проверяем, все готово, выключаем плиту. Вот такая вкуснота у нас получилась. Жареная ароматная картошечка с яйцами и сыром. Такое блюдо очень вкусное, нравится всем. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Всем желаю приятного аппетита и хорошего настроения. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео.